Друзья, всем привет! Мы с вами находимся в отеле Сочи, Лазурная, 4 звезды, и сегодня у нас будет с вами обзор номера. Номер обычный стандарт. Вот как раз я зашла. Очень уютный, оформлен в светлых, приятных тонах. Здесь проживает один человек, но это двухместный стандартный номер. Вдалеке видим чайник. Есть чай зеленый, черный, кофе нет. Воду две бутылочки ставят каждый день. Ну и давайте вот так вернемся в санузел, а потом пойдем и посмотрим еще поближе сам номер. Санузел. Так, я, видите, сейчас в спа пойду. И из спа мы приехали сюда с подругами на 2 дня только. Прямым рейсом из Ярославля. Так что мы здесь расслабляемся и отдыхаем в спа. Есть фен. Так, ой, даже весы есть, вы представьте, я не видела. Кстати, сантехника вся, да, такого бренда, как Белерой Бог. Посмотрим, да, видите, везде. Это прикольно. Так, что еще? Такое зеркало есть. Видите, полотенец хватает. Но нам что-то, кстати, все не докладывали, чай зеленый. А вот, я даже позвонила и говорю, принесите нам, пожалуйста, халат, тапочки есть. Вот я, давайте тапочки вам покажу. Так, идем дальше. Ванну я показала или нет? Косметика есть. Так, вот она, ванная. Ух ты. И давайте еще раз в зеркало вот так все покажу. Вот дверь. То есть санузел небольшой. Косметика, мыло. Гель для душа. Я вот этим не мылась, я с тобой все привезла. Ну вот, видно, что есть. Зубных щеток нет. Не звонила, не проверяла. Можно ли их заказать бесплатно в номер. Тумбочки есть в моем номере. Я сейчас зашла в номер подруги, чтобы спокойно снять. В моем номере открывается ящик постоянно и не закрывается. Вот он, чайник, чай. 2 кресла. Сейчас вот так вот покажу, да, чтобы вам было видно. Лампы для чтения, которые можно использовать. И кресла, кресла удобные. Так, и вот так вот телевизор. И давайте попробуем. Тут, кстати, боковой вид на море. Вот такой вид внизу, фонтан. Это въезд отеля. И давайте мы сейчас откроем вот так окно и покажу вам. Видите, балкона тут нет. И плохо уже видно, но вот оно море. То есть сейчас вечер. Вот такой обзор номера в отеле Лазурная. Надеюсь, что он будет вам полезен. А давайте, кстати, еще вот шкаф посмотрим. А я пока скажу, чтобы вы не забывали, да, подписаться на канал и не пропустить новые видео. Вот что у нас есть. Вешалочки есть. Ящички, сейф есть. Там что-то я не видела. Ну, давайте даже посмотрим, что у нас тут такое. Вот это вот. Потому что у меня то же самое есть, но я не смотрела. Это при пожаре, да? Ага, вот такие штуки для пожарной безопасности. Ну, видите, мы с вами все изучили. И давайте вот тут открою. О, гладильная доска есть. Тоже, представьте, не смотрела, вместе с вами все сейчас нахожу. И утюг в номере, а также есть на этаже. Ну вот и все. Если у вас остались вопросы, пишите, рада буду на них ответить.